Майские праздники – время особенное. В эти дни невозможно обойтись без грандиозных концертов, не уделить внимания пожилым людям. В медико-социальном учреждении «Дом престарелых и инвалидов» прошел удивительный концерт. Зрители стали не просто зрителями, а активными участниками действа. Уносила песни за собой. С праздником вас, дорогие друзья, с праздником, еще раз вам мирного неба над головой. Руководство корпорации «Асыл-Арман» поделилось с пенсионерами не только словами благодарности, но и своей продукцией. Корпорация активно поддерживает государственную программу здорового образа жизни, а в своей благотворительной деятельности уделяет внимание незащищенным слоям населения. Мы воспитываем в тех людях, которые работают вместе с нами, это ту позицию милосердия. И это бы хотели передавать на своем примере детям своим, подрастающему поколению. Мы выбираем социально незащищенные слои, это детские дома, дома сирот, это дома престарелых. И самое важное, это не тот подарок, который мы несем, а в нашем веке, когда все идут, стремятся к чему-то, это выделить то внимание, любовь, минуточку заботы тем, которые обделены этим по случаю судьбы. И, конечно, пользуясь случаем, я бы хотела поздравить своих партнеров, асыл-армановцев с этим уникальным днем, Днем Победы. Победы вам во всем! Компания «Асыл-Арман» продвигает оздоровительную продукцию природного происхождения. Медовые и масляные бальзамы, масло черного тмина, крем-бальзамы, фиточаи, предметы личной гигиены. Качество подтверждено сертификатом «Халал», знаком «Безупречно» от Лиги потребителей ИРКА, медалями выставок «Юг-Экспо Казахстан», «Фудмаркет» и других. Продукция компании помогает сохранить здоровье и красоту. А пожилым людям целебная сила трав продлевает период бодрости и активной жизни. Это необычный для нас праздник. Внимание требуется каждый день. А сотрудники корпорации приезжают часто, и не только по праздникам. Мы пользуемся продукцией «Асыл-Арман» и очень рады, что в нашем городе есть такие неравнодушные люди. Совместно с артистами городской филармонии постояльцы Дома престарелых окунулись в военные годы. Получили нужные подарки – памперсы, наборы продукции «Асыл-Арман», теплые слова благодарности и впервые в жизни феерическую россыпь огней – салют ко Дню Победы.